Привет, подписчики, привет, любители спецтехники. Сегодня на базе немножко у нас тут хост работы. Вот эту кучу надо туда перекидать. И вот смотрите, что новая кромка творит. Тут я раньше укатывал битый бой кирпича, да что-то уже, не знаю, года 3, как 4 укатывал. Сейчас кромка ковша, а не с ковша, ниже стал. Надо чувствовать ее больше. Все. Даже без крена, плашмя, она тут все содрала. Вот, я еще почувствовать ее не могу. Нет, ты лучше подними вот так вот от земли вообще. Поработал кромочкой сегодня маленько. Зверь, короче. Тут он немножко подчесал тут. Тут у нас все из боя кирпича, где-то асфальт, все укатано. Срезал и не почувствовал. Ну, что тут? Это по щебню, по бетонке будем смотреть. Так вроде держится, ничего. Сам варил снаружи. Вот по щебню поработаем, будет видно. Ну, шлак отбивали, все. Вроде больших трещин нет. Ну, местами есть дырочки, но я не опытный сварщик еще. Ладно, это все счешется. Короче, завальцуется. Вот. Погрузчик китайский, двухтонник. Грузоподъемность 2 тонны. ZL-20. Ван Духан. Вообще, фильтра где покупаешь ты на него? Таяфту, бро. Так, движок стоял. Родной движок стоял китайский, да? А, тоже механический, да, все? Механическая коробка. Да. А тут сейчас стоит от МТЗ. D-240. А коробка чья? Зиловская? Зиловская коробка. Вот колеса уже. Износ-то есть, смотри. Что ты, на... 2 года уже работаешь, да? Не новые стояли. Не новые стояли. А, вот по этим, по дискам тоже спрашиваю, да? Сами диски родные? Да. То есть, тут внутри ничего не переделывал, крепление, все? Переходный диск, вот, чтобы под свои шпильки, а и чтобы эти диски одели сели на это и все. Угу. Это диск 66 разборный. Вот этот диск от 66 идет. Угу. Ну, все понял. Все понятно. Убирается диск назад. А, все, вижу. Он, короче, располовинивается. Ну. Ну колесо-то все равно снимать приходится. На месте уже не снимешь. Вот резина от 66, она выше. На 10 сантимов. Хьёмаков, получается, у них плашмя-то уже не ложится. Он вот так вот. То есть, я говорю, при планировке вот бой кирпича, да что да, хрен ладом разровняешь, не прижмешь. А, на руле все выведено, да? Угу. 4 вперед, 4 назад, так ведь? 5. 5 назад, 5 вперед, получается. Ну, можно такую работу, как бы не тяжелую, на второй делать скорости, да? На второй, на третьей, если. На второй, на третьей, да? Да, вот на второй. По расходу что? Литров 5? Меньше? Поменьше, наверное. Что заведем? Вот. Да нет. Вот тоже. Стоит кромка тоже стоит Hardox, кромка Hardox. Тоже прямая, как бы я вам тоже. А кромка тоже у вас с армайтом напаяна, да? Да. Тоже с армайтом, уже 2 года уже человек отработал. 2 года отработали. Пинка. С полпинка все поднялось. Рычаги немножко неудобные. Но места, конечно, поменьше по сравнению с трехтонником. Высота
метра три, наверное, будет. Опа, ничего себе задрало. Нехило. Тут больше 3 метров. Ничего себе задрало, блин. Еще не все. Ё-моё. Так он, блин, 30-ку погрузит, хоть бы хны. Отжимается плашмя, потому что кош плашмя не ложится. Он должен на подъем спуск стрелы, он должен отжиматься. Чуть-чуть отжался, колеса оторвались, и еще креном коша, он еще поднимается. А то, что кош неровно, плашмя не может ложиться из-за высоты колес, поэтому ему не хватает. Вот он минус. А, вот. О! Жгание выключено. Блин. А бак сколько? 50 вроде бы. 50? Что-то маловато. 50. Ну ему хватает, что. Так, где там? Где? А у меня там с той стороны. Да, не отжимается он, видишь, когда с подъемом. Ну задирает, ни хрена он у тебя. Он и 30-ку погрузит, слишком высоко задирает. Это кажется тебе, наверное. Да нифига, я вижу. 3 метра хоть бы хны тут больше. Ну 30-ку не 30-ку, но 20-тонники спокойно можно грузить. Ну, снегом грузил. Ну, так и на ровной площадке хоть чем можно грузить. Единственное, что просто далеко не закинешь, за борт ты закинешь. Тут 20-тонники приезжают у него. Я работал на 20-тоннике. 20-ку я делал насыпь. Но насыпи, это вот на ПК-30 я ездил. ПК-30 работал. Еще только начинал тоже. А так-то вообще. Ты это так и не выровняли, да, стрелу-то? Надо вот пальцем. Вот проблема немножко, она загнутая. Тут же она есть и будет постоянно вот съедать. Надо сделать это, заехать в штуки, поменять пальцы, сделают все. Ну просто пока работали, не все. Ну. Что же сделаем? Ну, попробуют выровнять. Вот если не получится, нахрен где штуки ставим. Надо греть и чем-то. Колодки менял? Ну, а сколько протянули? Блин, фига, не помню сколько. Сезон, наверное. На сезон? Это мало ведь на сезон. 54 диски, да, стоят? Все правильно. Я на родных колодках первый раз вообще... А, родные сезон сжирают, а мы от большого поставили, ну, полшего. А так, я говорю, первый раз колодки менял, 7000 моточасов прокатился. Это уже, считай, я что там... 3 года, что ли, погрузчику? Все зависит от колодок, видишь, чья это, может, чья фирма. Ксенон, когда у тебя впереди вишку? Вишку сзади. Это ксенон? Это светодиодный. А светодиодный? Светит как прожектор. Угу. У меня ксенон стоит. Все, сезон кончился теперь, стоим, ждем снегопада. Напил ездил, вон и в кабине напил. Да, в кабине радиатор полный. Да? Ну, воздух есть у вас тут? Вот такая вот техника. Ну, короче, человек сделал сам. Техника была мертвая, не двигатель.
Все сами переделывали, доделывали, дорабатывали. Движок, коробку. Внутри все делал, считай. Даже коробку крепления обламывало, да, тетя? Да. И коробку даже крепления сидели. Поворотные, блин. Он скрепить начинает. Да.